Привет, друзья! Вы на канале Подрастайка ТВ. И сегодня с Ксюшей мы будем делать... Что мы будем делать? Кексы! Кексы! Мы будем делать маффинсы Hello Kitty! Покажи коробочку. Какие мы будем кексики делать? Вот такие вот кексики. Мы сегодня маффинсы будем Ксюшей печь. Будут вкусные? Да. Проверим? Да. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужно, посмотрим, вот такая вот коробочка у нас. Мы купили уже готовое тесто. Сюда нужно положить только 2 яйца и 150 грамм мягкого масла. Обычного сливочного масла. Вот такие вот кексики мы будем сегодня мастерить с Ксюшей. Да, Ксюша? Да. Ну что, открывай коробочку. Открывай, не бойся. Формочки. Здесь у нас на 12 кексиков. Вот такие вот красивые формочки для кексиков. Hello Kitty здесь тоже нарисовано. Это у нас вот такая вот смесь. Так, это будет у нас... Глазурь, сахарная глазурь здесь написано. Цукер, глазурь. Это будет у нас сахарная глазурь. И что у нас еще шло? И это само тесто, которое мы будем сейчас с Ксюшей использовать, взбивать миксером. А как вот получились? Ну как, мы будем делать сначала тесто, высыпем вот это вот содержимое муки и чего-то там еще, наверное, соды в чашку, добавим туда 2 яйца, потом масло, все собьем. И там формочки нужны вот такие. Да, формочки мы будем вставлять вот такую вот уже форму, да? Да. Вот. Эти надо сюда. Да, мы будем вставлять все. Угу, все формочки мы вставим. Ну что, начнем? Да. Ну давай. Сначала нужно это. Угу. Еще у нас шло, получается, так, давай сначала начнем. У нас шли формочки, у нас идет смесь теста, и у нас идет и вот такая вот сахарная глазурь, и вот такие вот сахарные штучки Hello Kitty, и мы будем их на маффинсы, да, ставить. Вот такие вот красивые разные Hello Kitty-чки. Вот, ну все, начнем. Итак, мы начинаем. Открываем вот эту вот... мешочек с нашей смесью муки. Засыпаем вот сюда вот. Высыпай. Высыпаем. Сюда высыпаем. Летают, да? Мука наша летает. Так, теперь у нас в инструкции написано, что нам нужно яйца и масло. Все комнатной температуры. Добавлять в тесто. Вот у нас наши яйчики. Ложи сюда. Выливай. Выливай, бери. Выливай. Плюм-плюм-плюм. Яйца. И теперь нам нужно масло. Мы уже все подготовили заранее. Масло добавляем. Я вот так. Угу. Пальчиком, да? И вот так. Нет, сахарную глазурь нам напоследок нужно оставить. Нет. Мы сахарную глазурь пока убираем. Подальше. Как спекутся наши маффинсы, тогда мы уже начнем с тобой дальше их поливать глазурью. Да. Вот. И теперь нужно все это дело будет взбивать миксером. И теперь все это дело Ксюша будет взбивать. Да, Ксюша? Ну давай взбиваем. Да, все, на большую скорость нам не нужно. Все это аккуратно мы взбиваем. Вместе. Держи чашку. Придерживай чашку. Тесто получится. Вот такое вот тесто будем делать. И посмотрим потом, что у нас с этого получится. Ну не все, а ты. Все такие. Такое тесто получилось. Вот такое тесто у нас получилось. Теперь нам нужно брать наши формочки Hello Kitty. Где они? Вот они. И форму, в которой мы будем выпекать. Давай. Теперь нам нужно в каждую будет вставлять. Давай. Я тебе буду подавать по одной, да?
А ты будешь вставлять. Оп. Держи. Раз. Итак, начинаем ложить тесто. Тут написано по 2 столовые ложки, но что-то я как бы не особо знаю, насколько. Вот столько тесто такое густоватое получилось. Вот так. Так. Посмотрим, что это такое. Мы первый раз покупаем вообще готовую смесь для наших маффинс. Всегда мы делаем с Ксюшей сами кексики, да? Такие клевые получились. Угу. Итак, мы заполнили все формочки чем? Тестом. Тесто. И, между прочим, мы немножко попробовали наше тесто, и оно со вкусом клубники. Отправляем наши чудо-кексы куда? В духовку. В духовку. Мы поставили температуру 170 градусов. На коробочке не было указано, как, при какой температуре выпекать их. Вот, поэтому мы при 170 градусах будем выпекать, ну, наверное, примерно 20-25 минут, так как указано на коробочке, да? Или до какого цвета? До коричневого цвета, да? До золотистого цвета. Вот так будет правильно. Ну все, побежали наши маффинсы. В духовку, погнали! О, мы бежим, бежим! Бежим, бежим в духовку! Итак, открываем нашу разогретую духовку аккуратно. Она уже разогрета. О! И ставим наши кексики. Все. Бай-бай, кексики. Bye. Будем за вами наблюдать. Итак, для того, чтобы сделать нам вот эту вот сахарную, розовую, малиновую глазурь, оказывается, это все-таки малина, все-таки я сейчас прочитала на коробке, что это малина, вот, высыпаем содержимое этого пакетика, открывай его аккуратно, в чашечку, и нам нужна горячая водичка. Давай, открывай. Вот тут открывай. Ну да, как. Угу. Правильно, все, отлично, больше не нужно. Ну, до конца, хорошо. Теперь нужно это все дело высыпать вот сюда. Я хочу понюхать. Понюхать хочешь? Ну, понюхай. Сейчас, давай, я высыплю все. Что-то ты там не дорезала, да? Немножечко. Маленечко. Вот так вот. Ну что, пахнет? Чем пахнет? Ну, если честно, пахнет сахарной пудрой. Да? Да. Ну, попробуй. Ну, попробуй так. Ну, чего? Чего скривилась? Вкусно? Ну что, мне нужно теперь это все сделать горячей водичкой по-быстренькому. Я хочу. Ну, горячая детям не игрушка, поэтому ты будешь смотреть, хорошо? А потом будешь кушать. Я хочу тоже делать. Хорошо? Ну, ты будешь чуть-чуть помогать пробовать, хорошо? Итак, вот наша горячая водичка. Давай быстрее, а то очень горячая водичка. Зачем ты рассыпаешь все по столу, вредная девчонка? И теперь понемножку нужно наливать водички и мешать, мешать. Наверное, я много налила. Ну, посмотрим. Думаю, что много налила, поэтому глазурь, скорее всего, у нас не получится. Получится. Нам не указали, сколько нужно сделать горячей воды ложек или там чего-чего-чего. Ну, наверное, у нас не такие будут, как на картинке. Ну, ничего страшного. Ксюша будет макать маффинсы, да, сюда? И кушать, да? Угу.
это не проблема, скажи. Съесть мы все успеем, да? Какие красивые. Какие красивые, Ксюша говорит. Вот такие вот уже большие маффинсы. А запах какой, да? Тебе пахнет? Да. Очень классный запах малины. Прям очень-очень пахнет. У нас сегодня дома будет малиной пахнуть, да? Да. Ну это же классно. Да. Ура, спеклись, мам. Ура, спеклись наши маффинцы. Ну давай открывать. Духовку выключай. Вот такие вот классные кексы. Вот такие вот сейчас поставим их сюда. И покажем вам вот такие вот классные кексики. Ты хочешь показать, как ты закрывать умеешь? Вот так вот Ксюша у нас умеет закрывать. Бу-бу. Так и всю мебель можно поломать, да? Вот такие вот классные кексики получились. Теперь нужно, наверное, чтобы они немножко остыли. Затем мы будем их мазать. Чем, Ксюша? Глазурью? Да. Ты где там? Ксюша у нас не может доползти. Доползла? Да. Ура! Ксюша наша доползла. Да, вот так мы будем мазать кексики. Маш, прям не жалей, да? Да, там написано было у нас по одной чайной ложечке на каждый кексик нужно вот этого вот глазури. Ну, я немножко перепутала, неправильно сделала, так как нам не указали, сколько нужно горячей воды налить. Вот, и перелили мы, да? Угу. Давай, делай второй кексик. Они вкусные, сладкие. Ты попробуешь? Итак, мы сделали, помазали все маффинсы этой розовой глазурью, да? И теперь мы будем наклеивать вот такие вот, не наклеивать, а вставлять в каждый маффинс вот такую вот сахарную вкусную штучку, да? Да. Вот, вот я уже отлепила. И теперь просто вот так вот, смотри, надо будет, оп, и вставить. Это можно будет кушать, оно сладкое, да? Это как сладкая бумага. Ой. Вставляй, держи вторую. Вставляй. Вот такие вот красивые, красивые кексы. Кто сделал? Я. Ура! Теперь можно пробовать? Да. Теперь Ксюша будет кушать у нас кексик. Интересно, вкусный он будет, Ксюша? Вкусный? Бабушку будем угощать? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Какой вкусный, да? Ну что, друзья, а вы хотите кексов наших? Если да, ставьте лайк. Лайк. Ба-ба-ба, Ксюша не прожевала и говорит. И подписывайтесь на канал Подрастайка. Всем пока. Пока-пока. Ну, можем пока. Пока-пока всем.